Всем привет! Анекдот от Александра. Встречается как-то Путин, Меркель и Трамп. Ну и поспорили, кто кого больше перебьет. Русский, немец или американец. Раз. Послали их на соревнования. Комментатор объявляет. Вот появился американец. Что он будет пить? Он будет пить виски. 1, 2, 3, а загнулся. Пили черпаком. Вот появился немец. Что он будет пить? Он будет пить шнапс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а загнулся. Вот русский Ванька. Что он делает? Он разминается альминкой. Что он будет пить? Он будет пить водку. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, а загнулся черпак. Пока разбитых гибает черпак, русский Ванька разминается альминкой. Всем пока!